здравствуйте! Это очередной выпуск «Пилот ТВ» – программы для людей, влюбленных в небо. Спонсор выпуска – компания «Аэроволга». Ла-8 – лучшая амфибия в своем классе. 8 человек в комфортабельном салоне. С вами Александр Швыдкин. От винта. Без 10 век. Во Дворце культуры Московского авиационного института отпраздновали 90-летие отечественного планеризма. Из Африки в Англию на биплане. Британская пилотесса повторяет перелет 1928 года. Школьная парта. Французский легкий вертолет научит летать польских военных летчиков. Свой страх и риск. Особенности страхования в авиации общего назначения. Карманная метеостанция. Небольшое приспособление превращает смартфон в анемометр. Компания «Эрвин» – единственный в России поставщик авиационного бензина P-91 и официальный партнер пилотажной группы «Первый полет». «Эрвин» – вместе с вами на одной высоте. Немногие задумываются о том, что самолет – это планер, испорченный обрезанием крыла и установкой мотора. Соответственно, лучший летчик – это планерист. К пониманию простых истин, отечественная авиация пришла без малого век назад, когда в стране началось развитие планеризма. 90-летний юбилей парения любители воздушных потоков отметили на днях в Московском авиационном институте. В минувшую субботу Дом культуры Московского авиационного института принимал гостей не только со всей страны, но и практически из всех уголков бывшего Советского Союза. Что и говорить, 90 лет – юбилей солидный, и подготовка к нему, естественно, тоже дело не шуточное. Отсюда и такой ответственный подход к делу. Хочется поздравить всех, кто неравнодушен к небу, к авиации, с таким большим юбилеем, как 90-летие планеризма в России. Да, это один из самых старейших видов авиационного спорта. Вот. Если разобраться в истории, то мы празднуем столетие авиации. Я думаю, что авиация началась вообще с планировок. Просто так повелось, что в 23-м году начались первые всесоюзные планерные состязания. Да? Вот. И от этого времени начался официальный отчет. А до этого как бы Арцеулов летал на этой горе. Да? То есть планеризм гораздо старше выглядит. Вот. Хочется сердечно всех поздравить. Пригласить всех в полет. Вот. Мы всегда рады видеть нас, всех желающих в наших клубах. И стоит попробовать, что такое планерный полет. С праздником! Гостей праздника при входе встречал новый планер АС-4Д, созданный пензенскими авиастроителями. И хоть этот аппарат один из самых маленьких, при массе 160 кг, размах крыла составляет 13,5 метров, но в помещении планер казался просто огромным. Рядом с АС-4Д располагались модели других планеров. Венгерского «Немере» с олимпийской символикой на борту, огромная пластиковая модель «Вентуса», а также модели спортивных планеров «ФАИ». В основном мы закупаем на фирме «Шемхирт». Вот. Это «Дуодискус», это «Вентус», это «Дискус 2А», «Дискус 2Б». Вот. Каждый планер соответствует своему классу. Для того, чтобы сборная могла летать в каждом классе, у нас по два человека планируется в каждом классе. Есть еще у нас два «Нимбуса» частных. Вот. То есть как бы будет полностью укомплектована сборная. Зал Дворца культуры МАИ стал местом встречи с настоящими легендами прошлой и настоящей эпох. Генрих Новожилов, Степан Микоян, Сергей Крикалев – эти имена давно уже вписаны в историю отечественной авиации и космонавтики. На правах хозяина вечер открыл проректор МАИ Николай Юров. Он горячо приветствовал собравшихся, высказав мысль о том, что необходимо обратить особое внимание на возрождение молодежного авиаспорта. Вел праздник один из топовых российских спортсменов-планеристов Дмитрий Тимошенко. В легкой юмористической форме он познакомился старшее поколение планеристов с теми техническими новинками, которые помогают пилоту в современных полетах, навигационными компьютерами, трекерами и прочими помощниками спортсмена. Официальной датой рождения планеризма в России принято считать 7 ноября 1923 года, день, когда в Коктебеле были проведены первые всесоюзные планерные испытания. Но сама история развития отечественного планеризма уходит к 70-м годам 19 века, когда морской офицер Александр Федорович Можайский впервые в своем имении под Винницей построил воздушного змея такого размера, что на нем можно было летать на буксире за повозкой, запряженной тройкой лошадей. Этот воздушный змей и стал прототипом простейшего планера.
Ну а уже начиная с 20-х годов прошлого века, планеризм, набирая размах, становится одним из самых популярных видов спорта молодой Советской Республики. Его развитие напрямую связано с осо-авиахимовским движением. Известный факт. К 1941 году из 18 зарегистрированных Международной авиационной федерацией рекордов 13 принадлежало советским планеристам. Планеристами были величайшие умы конструкторской мысли Сергей Владимирович Ильюшин и Олег Константинович Антонов. Именно с планеров начал свой путь к звездам и родоначальник космонавтики Сергей Павлович Королев. Показал планер себя и в годы Великой Отечественной войны. Например, созданный буквально за первые два месяца войны Владиславом Константиновичем Грибовским планер Г-11 использовался для высадки десанта и снабжения партизан. Впрочем, столь героическое прошлое не мешает планеризму жить и развиваться сегодня. У нас заработал в этом году Владикавказ. У нас открылся новый аэроклуб частный. Это под Ессентуками. Кисловодск. Все видели, наверное, на видео, активно сейчас выкладываются с полетами. Вот. Также заработал нормально Новосибирск. Вот. Причем там открывается тоже частный клуб. Вот. И старый клуб реанимировали, тоже начал работать. Досавовский. Вот. Потом Орел у нас работает. Вот. Несмотря на все трудности, пытаемся, я думаю, что решим их и как бы... В следующем году увеличим количество людей летающих. Казань, Ульяновск. В Ульяновске правительство готово финансировать как бы вложения, провести чемпионаты, то есть они к нам обращались, и мы надеемся на сотрудничество. Ну а нам остается пожелать планерному спорту, несмотря на столь солидный юбилей, продолжать стремиться вверх, удачно лавируя среди воздушных и экономических потоков. А еще стоит поболеть за наших спортсменов-планеристов, которым в будущем году, кроме российских соревнований различного уровня, предстоит принять участие в мировом гран-при и двух чемпионатах мира, которые пройдут с мая по июль во Франции, Финляндии и Польше. Дана Остапчук, Пилот ТВ. Молодая женщина и старый самолет. Прекрасное сочетание, особенно когда эти двое решаются на подвиг. Британская пилотесса повторяет рекордный перелет, состоявшийся 85 лет назад. Британская летчица Трейси Кёртис Тейлор решила повторить достижение ирландки Мэри Хит, которая в 1928 году совершила перелет на одномоторном биплане из Южноафриканской республики, точнее Южноафриканского союза, в Англию. До нее преодолеть 7000 миль на биплане с открытой кабиной не рискнул ни один мужчина. Кёртис Тейлор вылетела из Кейптауна 2 ноября и планирует приземлиться в Гудвуде вблизи Лондона в декабре. Перелет проходит при поддержке компании «Боинг» и на самолете ее производства – биплане «Стирман» 1942 года выпуска, получившем собственное имя «Spirit of Artemis» в честь спонсоров. В 30-40-х годах 20 века в США было построено более 8500 бипланов «Стирман». Тогда эта машина стоила всего 11 тысяч долларов. Пока российские военные брезгливо отмахиваются от легкой вертолетной техники, их зарубежные коллеги отнюдь не столь привередливы. Надо полагать, от бедности. Ну, не нам же при наших богатствах так позориться. Военно-воздушные силы Польши приняли поставку двух легких вертолетов Кабри-G2, производства французской компании Helicopters Gimbal. Кабри-G2 разработан бывшим инженером компании «Еврокоптер» Бруно Гимбалом. Вертолет оснащен 4-цилиндровым поршневым мотором «Лайкоминг» мощностью 145 лошадиных сил. Несущий винт имеет шарнирную эластомерную втулку и три высокоинерционные композитные лопасти. В качестве хвостового винта используется фенестрон, что повышает безопасность. С той же целью в конструкции фюзеляжа применены энергопоглощающие структуры. Кабри-G2 развивает крейсерскую скорость до 166 км в час и имеет дальность полета до 700 км. Машины будут использоваться в качестве учебно-тренировочных в учебном центре Военно-воздушной академии Войска Польского в Деблине. Ни одна другая сфера жизни не отражает так наглядно извечную веру русского человека в легендарный авось, как сфера страхования. Культура эта приживается у нас медленно и, по большей части, принудительно. О том, как обстоят дела со страхованием в авиации общего назначения, мы попросили рассказать специалиста.
Для военно-страховой компании сектор частной авиации не относится к числу приоритетных. Объемы страхования здесь невелики, если исходить хотя бы из цифр за год. Для компании это не очень такое широкое поле деятельности. Мы избирательно действуем. Вот. Ну, наверное, я думаю, так, что где-то судов 25, наверное, было застраховано. В основном это вертолеты, более дорогой такой сегмент. Большинство обращений исходит не от частных лиц, а от коммерческих структур. Частные владельцы в России предпочитают страховать только обязательную часть. Собственники, хоть и, в общем-то, и частное, да, владение получается, тем не менее, это, как правило, предприятия, которые покупают технику, и они заинтересованы в защите своих финансовых интересов, поэтому они, в общем-то, выходят с инициативой. Ну, также лизинговые компании, если особенно активно действуют, запросы идут по страхованию, когда какие-то финансовые институты задействованы в приобретении техники, ну, в кредит, в лизинг. Обязательное страхование ответственности перед пассажирами на авиацию общего назначения не распространяется. Страхованию подлежит только ответственность перед третьими лицами. Ответственность перед третьими лицами должна быть застрахована. Да, он не имеет права, например, на перевозку пассажиров, на коммерческую эксплуатацию, на авиационные работы, на какую-либо вообще коммерческую эксплуатацию. Это и пассажиры могут быть, и авиационные работы. Поэтому данная норма на него не распространяется. Ему не обязательно иметь такой полис. Потому что он этими видами работ не занимается, у него, собственно, и лицензии нет. А ответственность перед третьими лицами обязательно, потому что ущерб третьим лицам ввиду эксплуатации вот этого вот воздушного судна, источника повышенной опасности, он нанести может. Это у нас сейчас по-прежнему действует такая норма, как 200 рублей за килограмм максимальной взлетной массы. Если воздушное судно там 1000 весит килограмм, да, соответственно, умножаем 1000 на 200, получаем лимит ответственности, какой он должен иметь. Индивидуальное страхование для российской авиации общего назначения – большая редкость. У нас, как обычно, надеются на авось. Да и практика признания страховых случаев иногда носит довольно расплывчатый характер, часто по вине самих владельцев. Эксплуатант или владелец должен эксплуатировать воздушное судно в соответствии с руководством по технической и летной эксплуатации. Вот. И принимая решение отклониться от руководства, человек берет риск на себя. Причем здесь мы, собственно говоря? Ну, мы же откровенно говорим, мы же для летчиков, собственно, рассказываем все эти истории, да? Вот. Если человек, он нам заявление пишет, и, изучив договор, он понимает, что он должен действовать в соответствии с регламентом. Вот, обслуживание и эксплуатация этого воздушного судна. Если он отклоняется, значит, он меняет условия договора, значит, он вводит нас в заблуждение. А вот коллективного страхования курсантов аэроклубов со скидкой, столь распространенного на Западе, в России нет вообще. Людей, которые в авиации, что в гражданской, что в военной, их так и готовили, в общем-то, начиная с личного какого-то, с личной дисциплинированности. А так, а банкиры там, кто там в этих аэроклубах, вот как мы говорили, да? Там совершенно разношерстная публика. И пока они не поймут, как говорится, как относиться вообще надо к летному делу, то, наверное, конечно, и усредненный какой-то тариф, может быть, ставите неправильно. Рынок страхования в авиации общего назначения находится пока в зачаточном состоянии, поэтому прогнозировать его развитие сложно. Страховщики надеются, что развитие частной авиации все же приведет к сдвигам не только на рынке страхования, но и в самой авиации. Авиация общего назначения, частная авиация, в том понимании, о котором мы говорим, небольшая, да? Когда каждый владелец там, своего самолета там, что-то там себе предполагает там, или хочет что-то там купить. Это, собственно, не двигатель, такой не тренд для финансовой стабильности или финансового роста страховой компании. Вот. Поэтому как сегмент какой-то там, на который мы ставим какие-то там, да, в общем-то, амбиции, развивать его как-то, мы не делаем. Если люди придут, да, мы застрахуем, мы посмотрим, во всяком случае поговорим, предупредим о каких-то там, например, подводных камнях или еще о чем. Вот. Со своей стороны, я думаю, что это, ну, кого-то, надеюсь, приведет к какой-то дисциплинированности в воздухе. Почему российские частные пилоты избегают добровольного индивидуального страхования?
Мнения и вопросы на этот счет вы можете оставить на нашем сайте. Мы обязательно их обсудим. Александр Швыдкин, Евгений Максимов, Дана Остапчук. Пилот ТВ. Всемирная гаджетомания определенно идет на убыль. Потребители то ли ждут очередной технической революции, то ли осознали, что даже сотая модель смартфона не превращает жизнь в сплошной праздник. Но прогресс не остановишь. И если смартфон может быть полезен в авиации, да здравствует смартфон! Смартфон Windmeter – новый интересный гаджет от компании Sportis, позволяющий превратить смартфон в анемометр. Устройство вставляется в разъем для гарнитуры смартфона, работает со всеми iPad и iPhone на операционных системах iOS 6 или 7, а также с телефонами Galaxy S2, S3 и S4. Скачав бесплатное приложение, можно получить данные о средней, фактической и максимальной скорости ветра в числовом выражении и графической форме. Прибор может показывать скорость ветра в метрах в секунду, километрах в час, милях в час, узлах или даже баллах по шкале Боффорта. Пока неизвестно, можно ли использовать смартфон Windmeter в полете, высунув его в открытую форточку. Sportis не рекомендует этого делать, но кто-то обязательно попробует. Up to 32 miles per gallon, chances are you'll need refueling before it will. The BMW 5 Series. The ultimate driving machine. Оргкомитет кругосветного перелета «20 тысяч лье над водой» объявляет о том, что со следующего года стартуют программы обучения и переподготовки участников. А для тренировки экипажей летом запланированы экспедиции на Байкал, в Персидский залив и страны Европы. Подробности на сайте oceanicflight.com, а подать заявку вы можете и на нашем сайте pilottv.ru. Авиация и спорт всегда тяготели друг к другу, но иногда сочетались довольно странно. Сегодня в рубрике «Без комментариев» нетипичное применение самолета для спортивного отдыха на воде. А я с вами прощаюсь. Заходите на сайт pilottv.ru и осваивайте смежные авиационные специальности. В студии был Александр Швыдкин. Увидимся.